Замри, Сильван, замри. Это яги, они нас точно заметили. Для Мюнье сидеть в засаде – это своего рода философия. Он пригласил меня поехать с ним в Тибет на поиски существа, которое, как я считал, исчезло – снежного барса. This world has ears and rocks have eyes. На самом деле мы равнодушны к миру, что нас окружает. Мы его почти не замечаем. Здесь на природе, здесь не нужно притворяться. Мюнье предложил мне приподнять уголок вуали, чтобы полюбоваться приключениями истинных принцев. Они там наблюдают за нами. Там что-то есть. Это он. От таких картин сердце замирает. Thank you.